Всемирный банк. У Киева есть прогресс в реформах, однако этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахканен на Ukrainian Financial Forum 2017 в Одессе. По ее словам, Украина демонстрирует прогресс в реформах, однако этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан. Если рост продолжится на том же уровне, как сейчас, этого будет недостаточно, чтобы повысить уровень доходов граждан, сказала Кахканен. Кроме того, Всемирный банк рассчитывает на принятие земельной реформы в Украине этой осенью. Земельная реформа – одна из самых важных. Как и те, которые уже есть в парламенте, то, что нет разрешения на покупку и продажу земли, это уже давно должно быть реализовано, и мне было приятно услышать в выступлениях премьер-министра и президента, что реформы в сфере сельского хозяйства остаются на повестке дня. Осенью будут осуществляться соответствующие шаги относительно этого. По нашим оценкам, это может дать толчок для развития страны, добавила Кахканен. Ранее сообщалось, что рост экономики по итогам года может оказаться выше прогноза Нацбанка, обнародованном в июле 2017 года. По материалам сайта newsgro.com.